продезинфицируйте руки мастера и клиентки. В ванночку с водой налейте около 5 мл золотого медового мыла. Опустите кисти клиентки в воду. Пусть кисти побудут в ванночке около 5-10 минут. Удалите влагу. Нанесите на кожу вокруг ногтей небольшое количество жидкости для удаления кутикулы. Через 3-5 минут деревянной палочкой аккуратно отодвиньте размягченную кутикулу к ногтю. Тщательно смойте препарат. На влажную кожу нанесите кисточкой золотой сахарный скраб. Осторожно массируйте ладони круговыми движениями. В случае необходимости смочите кожу водой. В конце процедуры тщательно смойте скраб. Осушите кисти полотенцем. Нанесите на кожу золотую питательную маску. В течение нескольких минут проведите расслабляющий массаж. Поместите кисти клиентки с нанесенной на них маской в теплый парафин. Укутайте кисти клиентки в целлофан и наденьте махровые варежки. Снимите парафиновую маску приблизительно через 15 минут. Нанесите небольшое количество золотого питательного крема на кожу и равномерно его распределите. Нанесите золотое масло для ногтей и кутикулы на кутикулу и ногти. Осторожно, плавными движениями вотрите препарат в кожу.